Всем привет! Меня зовут Валентина Колесникова. Я центральный полузащитник команды Music Box «Основной инстинкт». Сейчас идет конкурс на лучший гол года женского любительского футбола. Голосуйте за меня, за голы моей команды. Наша команда Music Box «Основной инстинкт» стала дважды чемпионами в 2016 году в зимнем кубке и осеннем. У нас классная команда, мы забивали голы. И я стала бомбардиром. Дамы и господа, так получилось, что у нас оказалось в этот единственный сезон, когда 5 девчонок набрали одинаковое количество очков, то есть забили одинаковое количество мячей. Они забили по 5 мячей, причем они забили эти 5 мячей в чужие ворота, что для нашей лиги достаточно важно. У нас был такой момент, но кто не знает, вот первый матч, который самый прошел в женской лиге, это наложил на меня серьезный отпечаток. Я думал, что я, доктор наук, все понимаю в женщинах, оказывается, нет. Девочка 20 минут бегала, била по всем воротам, и говорит, ты куда бьешь? Наш ворот те. Говорит, что же вы сразу не сказали? Но 20 минут ее это не интересовало. Она радовалась каждому удару, куда бы она ни попала. Теперь мы уже понимаем, идет эволюция, правда, да. Сначала все девчонки бежали от мячей, потом все бежали на мяч, вся команда, причем все на мяч. Теперь уже появились позиции, ну и, я так понимаю, все готово. Я приглашаю на эту сцену Мария Денбургер, команда «Бомбион». Легенда женского футбола, легенда. Ее часто называют Месси по-своему. Пантеоновский Месси. Следующая выйдет Рональдо, основное сильское. А вот это Маша. Я понимаю, что там помоложе мужчина, да, но здесь, постой. Маша здесь, да? Валентина Колесникова, команда «Основной инстинкт». Thank you.